27-го мы все увидим здесь разворотное кольцо и парковку около амбулатории. Да? Площадка для транспорта появится между домами 21-м и 41-м в поселке Новый Городок. В рамках работ планируется обновление и перенос остановки. О том, как изменится пространство, местные жители узнают на баннерах, которые подрядчик установит в ближайшее время. Сотрудники соседней амбулатории перемены тоже почувствуют. Парковать свои машины, наконец, будут на оборудованных местах. Я хочу, чтобы вы мне все нарисовали. И, судя по просьбе медиков, мы тогда выгородим отдельную парковочку маленькую на там 3-4-5 машин, которые приезжают в амбулаторию. Ну и сами они ставят машины. Сейчас в поселке идет комплексное благоустройство дворов. Выполняются земляные работы, вывозятся старые бордюры. А для укладки асфальта готовится основание. Сухостой будут срубать. Совместно с теруправлением собираете мнение жителей, подписи, что нам надо вырубить это все. Оформляем поручный билет и рубим. Вопросов в этом нет. А вот к видеонаблюдению есть. На новой детской площадке по вечерам собираются шумные компании. Чтобы правоохранительные органы оперативно могли среагировать, поставят камеры безопасного региона. Также установят специальные заградительные сетки, чтобы мячи не улетали. А рядом с игровым городком появится новый пешеходный переход. Если мячики туда вылетают, ну давайте сделаем конструкцию, сетку натянем, чтобы не туда... Приводят в порядок не только двор, но и сами дома. Капитальный ремонт крыши выполнен на 40%. Первый слой закончен. Сейчас идет работа по установке новых вентиляционных коробов. После начнется укладка вторым слоем. У нас в новом городке 5 домов, в программе 6 домов, в программе капремонт. И все выйдут в сентябре. Да. У них у плоских крови срок завершения работ сентябрь, у скатных октябрь. Потому что скатные можно еще в холода делать. Работы по ремонту кровли завершат осенью, а вот благоустройство дворовой территории планируют закончить в летний период. Карина Гиряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».